Приднестровье будут открыты только два участка для голосования по поправкам в Конституцию России. Оба в Тирасполе. Участки откроют на территории военного городка УГРВ и перед домом офицеров российской армии. В мой адрес поступила уже официальная бумага от посла Российской Федерации в Молдове, где нам предложено открыть два избирательных участка. Один на территории УГРВ для голосования военнослужащих, членов их семей, а второй на территории Дома офицеров. Мы можем организовать голосование на улице, вот, на этих двух избирательных участках, ну, понятно, с определенными карантинными ограничениями. Оба участка будут на открытом воздухе. Планируется установить палатки, будут постоянно проводить дезинфекцию, всем проверять температуру. Заявкой гнаться не будут, главное – здоровье граждан. Организовывать транспорт из других городов не будут. Голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. В среду на совещании у президента обсудят все организационные вопросы голосования.